Владимир Высоцкий. Кони приветливее, приветливее, приветливее. Кони приветливее. Ребята, это очень тяжело. Поехали. Эта песня называется «Кони». Песня такая стилизация, я ее писал как стилизацию под такие старинные русские напевы или... Его голос очень красивый. Немножко есть от цыганского романса, в общем. У нас утро, понимаешь? Поэтому еще не работает. Но все равно красивый голос, да? Вдоль обрыва. Вау. Понад пропастью, по самому, вау, по краю, крутой, я коней, да, своих нагайкою, да, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Вау. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони. Вау, чуть помедленнее. Вау. Вытугую, не слушайте, блеть. Да? Но что-то кони мне попали. И дожить не успел. Вау. Мне допеть не успеть. Не знаю, я хочу плакать сейчас. Я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Вау, очень сильный вообще, да? К Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вау, умоляю вас, скач. У него такая энергия вообще. Но что-то кони мне попались привередливые. О, да, коли дожить слова, не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Вау, правда, правда. Вау, ребята, вообще прекрасно. Как он с утра так поет, а? Еще такой сильный голос вообще. Это я слушаю и потом хочу плакать сейчас. Просто, почему, не знаю. Я это где-то в Корее, это на телевизор включала и слышно было. И всегда я, о, я хочу сейчас немножко сейчас поплакать. А сейчас тоже вообще это... Вау, круто вообще. Мне очень понравилось. А еще, ребята, я почти не понимаю, ну как нехорошо понимаю, но его энергии вообще, это как, я все понимаю. Просто он что поет, и еще какой смысл, ну я
Понимаю. Еще я раньше никогда не слышала такой голос. Очень особенный, правда. Сейчас тоже даже я не слышала вообще. Кстати, эта песня в Корее очень известная, потому что в одном корейском сериале она была. Ребята, обязательно посмотрите мои другие видео. Вот тут. Очень интересно. Спасибо, посмотрели это видео. Поставите лайк и подпишитесь на канал. Еще обязательно пишите комментарии. Пожалуйста. 4 слова минимум. Пока!